Сегодня Великая Пятница Страстной Седмицы. День этот посвящен воспоминанию крестных страданий и смерти Спасителя. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл возглавил вечернюю с изнесением Святой Плащаницы в Иоанно-Претеченском кафедральном соборе Екатеринбурга. Множество горожан нашли возможность быть в это время на богослужении и сострадать Господу Иисусу Христу. Великая Пятница – самое скорбное время всей Страстной Седмицы. Утром не служится божественная литургия. Это время страданий Сына Божия на Голгофе. Читаются царские часы, псалмы, молитвы, посвященные крестной жертве Спасителя, ветхозаветные пророчества, свидетельствующие о нем. А днем совершается вынос плащаницы. Это один из самых трогательных моментов Страстной Седмицы. Церковь вспоминает, как богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф просил у Пилата тело Иисусова, обвил его плащаницей специальным погребальным полотном и положил в своем гробе. Эта плащаница, известная как Туринская, сохранилась до нашего времени, а в храмах на богослужении совершается вынос вышитого либо иконописного изображения умершего Господа Иисуса Христа. Священнослужители в алтаре поднимают плащаницу с престола, как бы с Голгофы, и торжественно выносят ее из алтаря в центр храма. Святыня полагается на особо приготовленном столе, символизирующем гробницу. Перед плащаницей совершается три земных поклона, и затем все благоговейно прикладываются к ней. Всякий старается отложить в это время все свои мирские дела и прийти в храм, чтобы вместе со Христом пережить страдания и смерть. Ведь кто не сораспинался Христу, тот не разделит радости Его воскресения. Отрадно, что есть такие люди, которые и своим сотрудникам дают возможность посетить богослужение Страстной Седмицы. Много лет я хожу в этот храм, не только в этот храм хожу. Но сегодня особый день. Сегодня очень особый день. Пятница, Страстная Пятница. Поэтому я имею чувство внутреннее свое находиться именно здесь, с братьями с моими во Христе. И смотреть, наблюдать, участвовать в выносе плащаницы. Я руководитель предприятия, да, небольшого. Я отпустился домой. И каждый может выбирать, кто может пойти в церковь, кто может пойти домой, готовиться к светлому празднику. Ну, вот мы с супругой сегодня здесь. Чувствовал такое, как будто душа выходит из тела, она открывается и получает благодать Божью. Такое редко на самом деле бывает. Это еще не праздник, но чувство того, что победа Христа, она есть. Мы это чувствуем, я это чувствую. Поэтому для меня очень важный день. Вечером в пятницу с плащаницей совершается крестный ход вокруг храма, что символизирует погребение Господа. А затем плащаница будет находиться в центре храма до начала ночной пасхальной службы.